Прислонитесь друг к другу. У меня есть заяц. Дед, прислонись ко мне, прислонись ко мне спиной. Давай, давай. Грей меня, грей меня. Давай, греться буду. Спиной ко мне, да? Да, да, да. А ты ко мне чем? Я спиной. Точно? 100%. То есть это позвоночник мне в спину утыкается, да, твой? Ну а что еще-то? Да я не знаю, поэтому и спрашиваю. Ключи, да, ключи. Ключи в кармане? А зачем тебе ключи на необитаемом острове? Так, ну домой-то я планирую вернуться. А тут проход, смотрите. Где? Мы тут пришли. Ты дурачок? Да. Ты что? Ты еще глупый. Нафиг, да. А меня за ногу... Он сам натягивается на тебя. Что? Сам этот эквалайзер надевается. Эквалайзер? Да, музыкальный инструмент, нафиг. Да, под воду ныряешь и сразу орган. Так, мы плывем... Кто? Орган. Ты, дед, нафиг, это, четче произноси слова, а то мне другое кажется. Сегодня потерится прям жестко, я сам это слышу. Что-то холодно. Так может, потому что мы в ледяной воде были? А че мы в ледяной? Че никто не согрел? Все, давайте спать, Таби, чур не со мной в доме. Я пойду с тобой греть тебя. Давай, дед, с тобой можно. Только спинка от спинки. Ну, конечно, как иначе. Нет, мне-то некуда, Бишка, мне-то некуда. Ах ты, жук. Я сдох. Поднимись, вы дураки нафиг. А как деда спасти? Батарейка в воду попала, батарейка сломала. Вы дураки, поднимите деда нафиг. А помоги, они не смогут, они на другой части пещеры кинули динамит. Вы дебилы, зачем вы деда убиваете? Да беги сюда, спаси меня, у вас там спуск есть. Я бегу, дед. Да беги, пожалуйста, я тебя согрею потом. Нам надо согреться, нам надо согреться. Давай тебя погрею, давай. Да, дед. Я только за, но... Я грею. Ты чувствуешь тепло, деда? Чувствую, чуть-чуть, да. Пока что ты еще теплый, это хорошо. Это меня самого радует. Тут кто-то поет. Я урон от холода получаю уже. А я уже согреемся. Давай. Согрей нас, дед. Согрей нас. Не, я только одного могу согреть. На второго тоже хватит. У меня лимит.